Всем привет. Новое развлечение. Иди сюда, Кузя. Курица, зачем ты решила в вольер зайти? Ой, бестолковый. Подожди, Кузька, не ходи. Подожди. Вот держу Кузю. Куда ж ты лезешь, бестолочь? О-о-о. Ну, выход не здесь. Кузя, иди ко мне сюда. Иди, она быстрее уйдет. Иди сюда. Ну, там-то уж не надо ее гонять. Она точно не выйдет. Посмотри, в дырочку вылезла. Убежала. Хозяйственный ты мой. Да. Хозяйственный ты мой. Да. А я тут груши забираю. В подол. В футболке. В общем, развлекаемся с утра. Ты мой взяла. Молодец. Она ушла. Убежала. Кузя, она в дырочку вылезла. Да. Нет ее, нет. Хозяйственный ты мой, молодец. Ты мой хозяйственный. Да. Кузь, не надо тут писать. Тут салатик еще растет. Не надо, иди где-нибудь в другом месте, пожалуйста, пописай. Ну, тут можно, на сорнячок. Чивка тебя орет. А я тут по чуть-чуть сорнячки дергаю. Высокие, которые. И груши собираю. Ну, в общем, ничего у нас интересного. Ничего не меняется. Там подергаю, там подергаю. Да, то огурчики пособираю. Яблони вообще просто прям ветки все нагнулись. Чифуля, правильно. Песня ходит, мне чиф поет. А тут тоже красота с яблоками. Тоже все ветки клонятся. Ой-ой-ой. Тут не знаешь, за что хвататься. Но мне... Ой. Гортензия вообще нереальная. Выше меня. Вообще просто. Красота. И здесь красивая какая гортензия. Розочки. Ой. Реби. Какая красота. Так, пошла я, наверное, груши отнесу. И что-нибудь еще возьму. Вот это сорнячок. Сорнячок прям с мой рост. Красота. Ой. Не знаешь, за что хвататься. Завтра мальчик обещал приехать помочь с огородом. Что-нибудь будем разгребать, начинать. Да, Чифуль? Бедный побегал прям за... Вообще прям с ними устал, с этими курами. Кузь, ну кухать надо что-то делать. Да. Вот у меня подозрение. Я кур стал выпускать. У меня такое подозрение, что они нестись где-то в огороде стали. 2 дня яиц не вижу. Чиф, ну и где она несется? Бежит курицу свою ищет. Она где-то квохчет. Они даже туда не ходят. Правильно. А я должна ходить яйца искать. Завтра выпускать вас вообще не буду. Будете там у себя в загоне малину окучивать. Ой. Ну, в общем, развлекаемся как можем. Да, Кузьма? Ты что, домой хочешь? Кузь, ну, может, хоть немножко, хоть кур попасешь, а? Хоть погуляешь? Давай погуляем, еще прохладненько. Я сейчас эти груши сгружу, еще что-нибудь возьму и еще пособираю, пока прохладно.
Ну ладно. Чиф поет. Всем хорошего настроения, ребят. А пока-пока.